скажу я вам, люди-граждане, как я закончила училище монтажное, и началась жизнь моя с 31 рубля, и я ждала, когда счастливый стану я, сказал Хрущев. Надо еще совсем немного подрубить, и в коммунизме будем жить. Я, блин, пахала, как могла, но кукурузу перешла. Но вся эта кутерьма Кузькиной матери пошла. Потом пришел наш звездонос, всех целовал в засос и полный бред в трибуну нес. И я, как все, тогда поехала на БАМ, и рельсы там мне засветили по зубам. А Горбачев сказал бы, чё, а ну-ка, мышление свое все перестроим горячо. И перестроил нас всех он с водки на одеколон. А я пила, ведь я гнала. Такую речь погнал, потом икнул он и упал, и наступил. И наступил в стране развал. Я продала, что нажила, носки махровые, ковер, почетный грамот, весь набор. Купила клетчатый баул и почесала я в Стамбул. Так я стала челноком, женщиной-грузовиком. Хребет болел, глаз окосел, но за от Мавроди долго я, в итоге я не получила ничего. Бревела я 42 дня, на 43-й собралась и в малый бизнес подалась. Работал глаз на мой ларек, пока, блин, рэкет не поджег. Ну что за жизнь, ну что за жизнь. Я выжила, ведь это жизнь не за меня. Все соки выжила. Я по карточкам жила, день по 3 часа спала, а за отгулы почти всю кровь свою сдала. Но я жива, мне трынь, трава и черный вторник, и среда, и остальная ерунда. Из топора свалю я суп, одним пинком свалю я дух. Ставлю в рот мосты, рвану на конкурс красоты. Ведь надо жить и жизнь любить, даже тогда, когда вам волком хочется завыть. И не понять никак нормальным нас умом, как мы вообще вот здесь живем. Но мы живем, и мы поем. Мы ждали счастья 300 лет, еще лет 300 подождем. Мы не будем слезы лить, смеяться будем и любить. Мы будем жить, мы будем.